Страна моя, Москва моя, ты самая любимая. Вот это я понимаю, а? Ну, вы даете. Да. Здравствуйте. 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 Даже до среднего возраста да, не дотягиваете. Дотянем. О, у нас задача какая? На 80+, это средний. А вам надо при таких условиях выходить на 100+. Хорошие условия. У нас кто-то есть спасибо. Со 100+-то? Кого нет, около поздравлять? Есть. Около есть. Около есть. Там. Вот нам надо подождать, есть. А потом сходить поздравить. А всем остальным тянуться. Слабовато, слабовато. До улицы более слаженно пело. Кипучий, могучий. Хорошую сделали, узнав, что проект. Проект это получше. Да. Он попросторнее, потому что там у нас вот эти балкончики лоджии, а здесь все... А кухня вообще даже больше, чем комната. Так, тут у нас... Да, хотим здесь тоже сделать им, знаете, все обустроить. Которые были построены 14 лет назад. Территории. И начнем в этом году. Надеюсь, у нас это получится. Ремонт этих домов, потому что все 14 лет это срок. И приведем в порядок территорию, замкнем ее, потому что... Видите, там у нас с вами стройка была, чтобы у вас было ощущение, что вот этот поселок, он не только дома уютен, но и вышел, чтобы пространство ваше на всю территорию поселка распространялось так же, как и вы дома чувствуете.